Вот давайте разберем на примере вот этого побега, что нужно оставлять. То есть у нас получается две грозди. Раз гроздь, два гроздь. Сам побег, макушка у него заворачивается, но недостаточно сильно. То есть мы у него убираем пасынки, усики и подвязываем его потом. По пасынкам два листа мы оставляем. Так, вот этот вот из глазка распустилось два побега. Лишний побег мы обламываем и выкидываем. Если бы здесь проснулись пасынки, а ну вот один проснулся пасынок, да? То есть мы его, вот этот пасынок, мы убираем. Он нам вообще не нужен. После гроздей мы оставляем от двух до четырех листов. Ну, четыре лучше не надо, два-три. Самые верхние, последних пасынков, мы оставляем. Сейчас оборву. Последних пасынков мы оставляем штуки 3-4, их не прищипываем. Вот это вот потом подвяжем, когда он дорастет до следующей веревки.